Всего на церемонии школьников 380. Поддержать их пришли родные, а также педагоги и ученики, наставники из старших классов. Для виновников торжества подготовили небольшую концертную программу, но самое главное – рассказали, как изменится их школьная жизнь. Ученики, вступающие в «Орлят России», будут учиться дружбе, взаимовыручке, совместному сотрудничеству. Теперь ребенок, который вступает в «Орлят России», он отвечает не только за себя, но и за своих товарищей. Поэтому быть орленком – это гордое звание. Главная задача программы «Орлята России» – помочь младшеклассникам вырасти настоящими патриотами, сформировать у них социально значимые ценности. Подтверждать право носить гордое звание «орленок» второклассникам непросто, но учителя и наставники готовы помочь и поддержать. На них лежит большая ответственность. Мы помогаем детям в вопросах, которые их интересуют, помогаем им на мероприятиях, рассказываем, как правильно себя вести в ситуациях в различных, ну и просто помогаем с выполнением заданий. Командиров класса пригласили на сцену, вручили им значки и удостоверения, которые они потом передадут одноклассникам. Впереди у «Орлят» насыщенная школьная жизнь, которая без сомнений будет полна новыми достижениями и успехами. Валерия Новикова, «Народные новости».